Так, появившись из ниоткуда ранее известный вирус, за считанные недели распространился по всему миру. Умершие менялись на биологическом уровне и как будто бы оживали. Военные службы по контролю над рисками окружающей среды предприняли действия, чтобы сдержать распространение вируса. Они потерпели неудачу. Со временем выяснилось, что некоторые люди обладают иммунитетом. Их оказалось около 5% от всего населения. И, насколько известно, они единственные выжившие. Нам придется найти новые способы выживания. Вредит зараженных. Приспосабливаться и меняться. Мир нам больше не принадлежит. И всем привет, ребята. Немножко нестандартное вступление у меня. Вы находитесь на канале RetroPlay. Меня зовут Александр. И сегодня у нас игрушка Last Stand Aftermatch. Тоже новиночка. Так, что остановились? Топливо кончилось. Так, я разберусь, наверное. Держитесь там и удачи. Так, ну вот обучение у нас идет. Так, немного не настроил я игру. Так, что это такое? Автомобиль требует ремонта. В общем, как все такие ходилочки, но сделано достаточно качественно. Это у меня средние настройки графики еще будут. Так, патроны-то у меня ограничены, кстати сказать. Попадешь, нет? А, перезарядка такая еще, как в Gears War. Ветошь. Как в Diablo лут валится. Так, что патронов-то у меня вообще не остается. Да. Патрончики нашлись, это хорошо, блин. Я все ложаю с перезарядкой. Чтобы уклоняться. Али одни из нас. Ой! А, блин. Надо, наверное, убежать отсюда. Я так подозреваю. Куда-то. А,
Ой, заканчиваются силы. Что все у меня заканчивается. Ай, блин, еще. Да. Так что-то неудачно у меня получилось. Я не понял, куда идти именно следовало. И стоило ли мне вообще включать? Смерть еще не конец. Мир за пределами колонии жесток. Люди будут погибать. В этой камере находятся добровольцы, члены колонии, которые были заряжены и управляли решениями дать последний бой за стенами рубежа. У каждого добровольца с собой определенное снаряжение в зависимости от его прошлого. С временем у нас будет больше добровольцев, из которых можно выбирать. А тут так объясняют это, то, что тебя кусают и не заражаешься. Ну, как бы уже заражен, потому что. Выбрать снаряжение. Начало конца. Залезть-то не может, что ли? Поговорите с Тринити, поговорите с Тедманом. Где они есть? Тринити, вы умираете, поэтому я постараюсь покороче. Док Стэдман говорит у большинства из вас пару дней. Вам наверняка не сказали, когда вы взялись за это дело, но колония голодает. Нужно, чтобы вы пошли к стене. Найдите вход. Нам нужны будут припасы, оружие, патроны. И в мертвой зоне уже все вычистили. Возьмите машину, найдите, что сможете, и передайте данные нам. Но сначала сходите к Стэдману, он даст антивирусол. Вопросы? Я доктор Стэдман. Он вроде ученый, как какой-то доктор из колонии, думает, что заправляет здесь всем. Моя команда многие годы обеспечивала выживание колонии. И теперь они присылали этого засранца, чтобы он помогал отправлять пару человек. Так, ладно. Не, ну в общем, все ясно, наверное. Машина-то, вот я так понимаю. Ну, так-то приятная картинка в целом. Мобиль не работает, а вот и доктор. Это что? Изготовление. В общем, крафт есть. Так, и можно собрать патроны, да? Привет, доктор Стэдман хочет с тобой поговорить. Ладно, не действуем. Только побыстрее. Приветик, блин. Здорово. Я помогаю доктору Стэдману в работе с добровольцами. И могу, и многому учусь. Так. Видимо, так и должны были убить вначале. Господи, сколько тут болтовни? Айдек, как с тобой перестать разговаривать, дядя доктор?
Так, до свидания. Ну что, заводить надо, блин. Кончилось топливо снова. Прибью этого гада. Базарт. Это вот этот чел забыл бак заправить, не что ли? Простите, босс, ребята, наверное, забыли заправить. Вы в центре города, так? Там зона выброски грузов и есть бензин. Найдите его. Ну, в общем, этот. Давайте пойдем. Здесь зайти можно. Я себе в подвал спуститься даже. А у меня фонарика-то нет. О, и патронов что ли тоже. Капец, персонаж так долго перезаряжает. Так, патрончики. Ну так-то прикольно искать, конечно. Спички-то есть хоть? Как бы по графике-то достаточно красиво, я бы сказал. Так, и что мне тут делать? Тут ногой, наверное, да? Вон, бенз нашли. Все, можно уезжать. Вообще, если в кооперативе тут большом играть, я что-то не посмотрел. Ну, наверное, можно как в локальном, так и в онлайновом. Тут так-то очень даже поиграть пойдет. Что-то тут есть. Кирпич. Сейчас кирпич пойдем продавать. Знаете, надеюсь, такой прикол. Так, и что топливо-то где у тебя заливать? А, вот здесь вот. Вот тут чуть-чуть и так можно ходить, и сяк можно ходить. Ладно, надо ехать, наверное, сюда. Или нет. В общем, для ознакомления, ребята, одно задание пройдем. Дальше, наверное, уж если играть, так думаю, в коопе. Ему понравится. Милости просим. Так, сыворотка Кросс. Эдман, слушайте, удалось найти антивирусов? Неплохо, неплохо. Помните, что только эта доза будет работать так долго. Обращайте внимание на здание с Кросс. В большинстве из них есть дозаторы. Ну, что-то так много всего наделали. Даже, ну, не знаю, говорить особо не хочется.
Видимо, укусят или что-то. Периодически принимать надо. Батарейка. Так, тут что, закрыто у нас? Ну, кроссхер по-английски-то вообще. Так, и куда же мне надо поехать? Жилой район. Окраины города. Рубеж, домашняя база. Таким образом, мы сюда едем, получается. Че, уровень масла, что ли, тут? Что-то у нас какое-то описание района идет. Военные прошли по всем домам и забрали тех, кто остался в живых. Режим концентрации. Удерживайте ЛТ, чтобы концентрироваться. Концентрироваться вы можете... Получаете представление о том, что находится вокруг вас. Во время боя концентрация также позволяет замедлить время и повысить урон. Время концентрации ограничено, она истекает быстрее, когда вы движетесь, стреляете. Теку травку собирать еще. В домик-то нельзя зайти, что ли? Цветочки зато можно пособирать. В машинах все пусто. Так, скрытность. Когда вы пригибаетесь, зараженно сложнее вас заметить ночью. Понятно? Надо дом, наверное, обсмотреть. Поспать можно, да? Ой! Что это было? Ловушка, что ли? Бинты. Так, жизнь не полная, да? Так, это что такое? Еще один гаечный ключ. Можно в подвал спуститься, я так понимаю. Ну-ка.
Ну, проще заколотить будет. Ни черта ж не видно. Так, изготовление, верстак. Что я могу изготавливать? Для изготовления нужно объединять два предмета. Ну, допустим, кирпич. А мне надо еще рецепт какой-нибудь. Хроника, лом. Чего-то изготовится такое. Еще один пистолет, что ли? Чем тут рецепты-то еще, видимо, добываются так. Как, не помню, на манер, по-моему, в Готике такой или в Ведьмаке было там. Когда вещь только съешь или что-то попробуешь скрафтить, у тебя рецепт появлялся. Свежий воздух. Оп. А, вот пистолет у меня есть. Ну, в целом неплохо. Блин, а вот именно в этот момент надо показывать такие вещи, да? Вы получили задание. Некоторые находимые вами предметы содержат информацию, которая будет полезна вам и колонии. Найдите лучшую рацию, чтобы использовать эти обнаруженные знания для изучения постоянных улучшений для добровольцев. Не беспокойтесь, после смерти добровольца все очки передаются следующему. Ух ты! Ну-ка на. А у меня еще патроны закончились, что ли, к дробовичку. Походу стелсить надо, а не как я играю, блин. Как посмотреть инвентарь? А, вот, это для винтовки. Так, патрон для карабина. Один, что ли, всего? Так, а, вот эти вещи можно прокачиваться, да, получается? Больше узнали о мутации вируса и можете лучше ее контролировать. Улучшайте свою, вот это вот надо взять, я думаю. Нельзя, а сколько стоит? А, тут надо именно количество накопить, что-то я не понял. Скажем, вот здесь 13 штучек надо. Ну, вообще... Качаться тут еще и качаться. Так, включить маяк и так. Предметы из тайника будут преобразованы в припасы для использования в будущем добровольцами. Ну-ка, я лучше автомат возьму. Ну, а так уже поинтереснее что-то. С автоматом-то.
гады. Так, еще вот этот домик получается обшмонать. Эта дверь закрытая. Бинты. Так, а могу я как-нибудь перебинтоваться, может быть? Как это работает? Мутации пока нет. Так. Бинты есть. Пусть им использовать. У вас тут много вылезло-то. Образец зараженной крови. Круто. Ух ты, катана есть. Вы перегружены. Если вес ваших вещей в рюкзаке превысит лимит, вы будете перегружены. При перегруженности вы расходуете запас сил в 2 раза быстрее. Из-за того, что вам требуется больше еды и воды, чтобы восстановить силы, блин. Из-за этого, блин. Я не знаю, какие кирпичи можешь повыкидывать. Ох! Капец, мутация. Так, вирус распространяется в вашем организме и вызывает мутации. Мутации очень разнообразные, дают новые способности и эффекты, но часто имеют нежелательные побочные действия. Используйте так антивирусол, чтобы временно остановить инфекцию и задержать мутацию. Что-то такое. Так, урон без оружия плюс 25, сопротивление в ближнем бою плюс 25. А, это можно даже выбрать. Ваше тело, скорость передвижения плюс 30. Скорость атаки в ближнем бою плюс 25. Ну давайте это возьмем. Инфекции, мутации. Инфекции в вашем организме непрерывно распространяются, снижая ваше максимальное здоровье. Когда инфекции заполняют полоску, происходит мутация. Так, вирусол-то у нас как на Б. Мешки с припасами. Вы нашли мешок с припасами. Так, принесите мешок багажнику своего автомобиля, чтобы получить очки припасов, за которые можно будет добровольно. Добровольцы смогут покупать разнообразные особые предметы. Пособие по первой помощи.
так-то, с одной стороны, прикольно, конечно, игрушка такая. Выживастик. Но я что-то, честно, ждал такого. Просто по стрелушку. Ну, не скажу, что игра плохая или неинтересная. Очень даже неплохо. Пока что. Хотелось бы карту-то дочистить, да? Так, я опять перегрузился. Эти подземные... О, бензик. Верстачок. Пусто. А, либо рюкзак, либо бензин. Так. Вон доска. А, наверное, пособирать тут различные вещи. Так, электроника. И лом. Изготовить. Батарейка получается. Так, если спирт и бинты. Получается аптечка. Сак. О. Полноценный тесак. Обрез. Так, я его, получается, не вытянул. А, можно вот сюда поставить. Так, поставил. Хорошо. И теперь мне надо что-нибудь вытянуть. Что у меня много весит вот так? Изнённая вода. А, у меня тут столько гаечных ключей. И катана еще есть. Так, ладно, можно уходить. А, вот что-то я нашел тут. Так, это радар, слышу вас хорошо. Конец связи. Передать задание. А, тут прокачку именно передавать-то надо, что ли? Я вообще что-то могу изучить, блин. Что-то минимум 7 надо очков. Это как бы что-то я не знаю. И простецкие навыки-то могли бы уж это и оставить. А. Так, ну как мне отсюда сер выходить? Он рацию включает. Господи, ну ж так сделано-то дурацкое.
По идее, можно уходить. Получены припасы, 25 штук целых. Можно, наверное, еще бензо утащить. А, только за ним сгонять по-быстрому. Эти цветы тоже непонятно зачем. Где-то тут был бензинчик. Этого должно хватить. Надеюсь. Да блин, ну... Чё, встать как-то аккуратно надо. Можно, значит, дальше путешествовать. Можно на базу возвращаться. Ну, в общем, вот, ребят, давайте тогда не будем здесь тянуть. Тут уже не так для знакомства, я думаю, нормально. В общем-то, игрушка неплохая. Есть прокачка, есть выживастик, есть графика неплохая. Крафт имеется. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чем все желающие могут в нее поиграть, можно даже совместно. И на этом все. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум.